Так, привет! Сегодня в небольшом обзоре показываем вам рулевую стойку Т25. Вот такой мягкий, хороший у нас идет руль. Вот такая с качественного металла сделана сама стойка. Внизу вот такое вот у нас крепление, которое крепится четырьмя болтами на полу у вас тракторе. Здесь полностью есть у нас 4 отверстия для насоса дозатора. В середине у нас здесь вот он шлицевой валик, который станет в дозатор. Или кто хочет оставить свою родную стойку, есть такой вариант. Тоже кронштейн дозатора. Он состоит из двух частей. Сюда вы ставите дозатор, и вот такой даем мы в комплекте шлицевой валик. Он, конечно, значительно дешевле, такой кронштейн или такая стойка. Также большой выбор у нас насосов дозаторов. Есть МЗ болгарские, оригинальные. Есть хорошие польские. Поэтому, кому интересно, звоните, набирайте. Можете заказать у нас такую стойку.